Кинокомпания «Вольга» выпустила трейлер российского фильма ужасов «Кольская сверхглубокая». В центре сюжета исследователи, пытающиеся раскрыть тайну самой глубокой в мире скважины. Именно там, в 1984 году, на глубине 12 километров, записали странные звуки. Главным героям предстоит спуститься в скважину и установить их источник. Сюжет кинокартины – это полностью творческий вымысел, не имеющий отношения к тому, что происходило на исследовательской станции. В основу проекта легли многочисленные мифы о Кольской сверхглубокой. К слову, режиссер фильма Арсений Сюхин родился и вырос в Мурманске. По информации портала «Кинопоиск», премьера ленты состоится 17 сентября этого года.